Всем привет, дорогие мои, с вами Конна Ваня. Сегодня у нас будет такой вот обзорчик небольшой. Тут я уже достала, сейчас покажу несколько пакетиков, бадики. Ну что ж, поедем. Смотрите, вот то, что я уже достала из коробок. Угу, это приятный бонус, кому пузиков ленту. Разбудили девочку. Да, вот смотрите, какая куча различных кроссовочек. Сейчас их с вами все будем снимать, смотреть. Есть мужские, женские. Это, кстати, из прошлой старой коллекции. Так, первые кроссовочки у нас пошли размер 38, артикул 88-64-44, состав верх искусственная кожа, подкладка текстиль. Ну что ж, достаем. Какие хорошенькие, реально классные кроссовочки, мне очень нравится. Чуть-чуть немножечко на каблучке, можно так выразиться, да, потому что тут меньше, тут больше. Так, достаем, смотрим, как оно внутри. Так. Стелька достается, такая вот стелечка с пупырками, еле-еле ощутимыми. Это не грубые пупырки. Так, и дальше что у нас внутри? Да, угу. Давайте примерять. Так, ну что ж, оделись шикарно. Пальчик не давит, все замечательно. Смотрится очень даже хорошо. С превеликим удовольствием в них буду всю весну бегать. Согласны? Вообще четкие, классные кроссовки. У них очень интересный вид сверху. Такие тупые круглые концы. Очень такие непривычные. Вот, Антон, покажи вид сверху. Да-да. Такие прям, ага, вот так. Вот таким образом. Да-да-да-да-да. Прикольно. Так, 37-е Катюшкины будут ждать до завтра. Не знаю, оценит у меня их молодежь или не оценит. Она уже спит. А я, значит, померю вот сейчас двое женских вот таких. И муж у меня примерит вот такие. Так, значит, следующее, что у нас идет, это картикул 88-64-08, размер 38. Тоже такие вот клевые, классные. Так, давайте будем открывать. Угу. Ну, тут тряпочка получается, все остальное уже кожзам. Ну, прикольные. Ух ты, какой протектор интересный. Так, ну что ж, давайте смотреть. Так, стелечка. Эта стелька досталась вместе с этой. А, тут все заклеено. Опять я разобрала кроссовки. У меня дар просто разбирать кроссовки. Кстати, на прошлых очень даже хорошая стелька, в отличие от этих, которые сейчас. Да? Ну да, там очень даже хорошая стелька. Угу, понятно. Так, ну хорошо гнутся. Ну что ж, давайте примерять. Ну что могу сказать? Мне они немножко давят вот в этом месте. Хотя по длине палец не упирается, все хорошо. Ну, то есть это такие обычные добротные кеды, которые мне узковаты. Хотя все нравится. Следующие у нас идут кеды цвет бежевый. Артикул 886-414. Тоже 38 размера. Очень жаль, что предыдущие были маловаты. Сейчас посмотрим. Предыдущие по длине отлично. Но вот тут вот в этом месте мне давили. У них маленький подъем, взъем, кто как в каком регионе страны называет. Ну, выглядят они весьма классно. Тут какой-то такой кожзам под что-то типа нубука, велюра, что-то такое очень интересное. Вверх написано «искусственная кожа» и подкладка «искусственная кожа», подошва ПВХ. Ну, давайте смотреть с вами. Так, так, стелька. Ну, я сейчас опять оторву стельку. Да, стелька такая же, как у предыдущих кед, поэтому отдирать не буду. У кед стельки в априори не достаются, то есть достаются только у кроссовок. Ну, слушайте, буду очень счастлива, если они мне подойдут. Ну, слушайте, прикольные. Эти как раз-таки не давят, все хорошо. Подъемом у этих все замечательно. Те я и перешнуровывала, и что только не делала, все равно давили. А эти прям вот все, побежал, пошел. И не знаю насчет маркости, ну, как бы белое оно всегда будет марким, светлое тоже всегда будет марким, поэтому мне нравится. Следующие кроссовочки у нас идут мужские. Мне больше эти цвета понравились. Муж у меня сказал, вот это я знаю, с чем буду носить. Как обычно, у нас ни вкуса нисколько не сходятся. Наверное, поэтому мы друг друга и любим. Антон, почему тебе эти больше понравились? Я не сказал, что мне эти больше нравятся, которые, а эти, да, которые синие. А коричневые я сказал, что знаю, с чем я буду носить. А,
то есть не подходит. Джинсами ты можешь носить. Ну, эти, да. У тебя, кстати, у него джинсы есть Faberlic, износостойкие, с ними ничего не делает. Он столько лет носит, и ничего с ними не случается. Вообще класс. Артикул 886-524 в размере 44, лишь бы они не были маломеркой. Потому что такие клевые, мне кажется, разберут, и нам даже не достанется поменять размер. Так, шнурки тоже такого песочного цвета, молочного. Тут получается все полностью кожа, примеси тканей нет, все прошито. Угу. Кстати, они очень хорошо гнутся, они легкие сами по себе. Так, дальше, значит, тут штучка, наверное, одевать, чтобы без ложечки было. Угу. Тут у нас, ага, стелька тоже достается. Вот такая, да, вот хорошая. Хорошая стелька. Вот, и там внутри проклеено получается уже. Там внутри так не достается, как у Кет. Так, назад тоже все вставляется. Ну, слушайте, замечательно, великолепно. Будем примерять. Угу. Тут еще один примерятор пришел. Вот это солнышко у нас кушает кучу-кучу шнурков. И у нас очень много запасных шнурков, да, Алиса? У нас много запасных шнурков, да? Вот кто приходит домой и не заправляет шнурки вот так вот, они бывают съедены вот этой мадам. Так, ну что, Антон, скажешь? Размер в размер? Да, кстати, очень впритык. Очень впритык? Да. Чуть-чуть, если честно, даже, ну как тебе сказать, если носить, то они нормально. Но вот чувство, когда ты их надеваешь, то очень-очень в размер. Я бы так сказал. А, причем то, что чувствуется, то что тут это посвободнее левое, а это чуть-чуть поменьше. Но что удивило, вот в основном кроссовки, когда берешь и надеваешь, задняя часть, она здесь не плотная, как в обычных кроссовках. Она здесь мягче, она здесь тоньше. С одной стороны, это хорошо, когда ты можешь его надеть их спокойно. Пятка, то есть отгибается спокойно, она мягенькая, это, в принципе, удобно. А когда, например, кроссовки меньше идут по размеру и жесткая, то сложно надевать. С этими такого не будет. Угу. Антон, покружись. Ну, ты их оставляешь или да, как? Да, да, оставляю, конечно. Слушай, они на тебя как-то аккуратно смотрятся, у тебя как будто нога меньше стала в них. Здесь главное. Это, наверное, после зимних такое впечатление. Пятки прямые, смотрите. Угу. Вот видите, как пятки. Да, прикольно. Так, следующие идут с артикулом 886-530, размер 44. Состав идентичный предыдущему. Искусственная кожа вверх, подкладка текстиль, подошва ПВХ. Да, такая вот красота. Давайте смотреть вместе. Да. Давайте же. Ну, в принципе, ну что, Алиса, будем играть опять, да? В принципе, отлично, все замечательно. Слушай, они вообще ничем не отличаются. А нет, все-таки рисунок отличается от предыдущих, да? Угу, очень даже отличаются сильно. Да, мне показалось сначала, да, ну, такие же. Хотя нет, очень сильно разные. Угу. И тебе такие, Антон, тоже, да, понравились? Ну да, их можно найти с чем носить. Так, вот снаружи как. Угу. Угу. Ну, в принципе, ну давай примерять, скажешь, удобнее, нет. Вот, кстати, вот эта вот подошва одинаковая, обе такие квадратные, прикольные, да? Обе такие интересные. Антон сказал, что это очень впритык кроссовки, ну и видите, как он их одевает. Он говорит, что это 43-й. Да, ну такого я понимаю, что размера нет, но, наверное, это с половинкой, да? 43,5. Да, 43,5, 44 размер обычно. А эти, ну, вот реально впритык. Я обычно люблю, когда больше места в ботинке. Почему? Потому что, чтобы не упирались пальцы, чтобы носить их было комфортно. Здесь я чувствую то, что они упираются в стенки. То есть, соответственно, их... Всегда упираются? Да. Ну, особенность не этот, а боковые вот эти вот. Ну, вот мне тоже у одних из Кет вот тут вот было узковато. И шнуровка уже не поможет, слабже. Чтобы было. Ну, слушай, может, вернем, перезакажем? Да и, как тебе сказать, они по ноге-то лягут, это же все равно хоть искусственная, но кожа, и угу. Она все равно даст свой. Ну вот, все равно советую, если могу заказать лучше на размер побольше. Угу, понятно. Ну, вот так вот. Ну, слушай, смотрится вообще прикольно. Мне понравилось, как они смотрятся. Прям, ну, четко, классно. Ну да, мне тоже нравится. Угу. Даже сверху. Угу.
Так, побежим с вами далее. Опять-таки кучка БАДов. Это иммуносистем суппорт комплекс. Это иммуностимулятор. То есть мы до этого брали иммуномодулятор, сейчас мы берем иммуностимулятор. Очень понравился состав моему врачу. Сегодня у него, кстати, на момент съемки этого видео был прямой эфир. У него есть целая группа. Там про здоровье вас. Там никто на БАДы раскручивать не будет. Просто про здоровье. Так, артикул у нас идет 156-78. Тут очень такой классный состав. Тут есть йод. Тут есть спирулина, хлорелла, аминокислоты, фукоксантин. Также тут есть перец, витамин D и витамин В2. Очень хороший состав, именно как иммуномодулятор. То есть все необходимое есть. Состав очень богатый, дозировки очень хорошие. Я сейчас его на данный момент пропиваю. Врач прописала мне и мужу, сказала, просто отличный состав. И, конечно же, я это все дело буду пропивать на данный момент. И 3 баночки отправлю по пуле. То есть много его не надо пить. Вот, поэтому я заказала не так и много. Далее, поддержка печени. Мы заказали мало, отправили, и нам осталось совсем чуть-чуть. Артикул 156-86, поэтому еще идет поддержка печени тут. Целая кучка мала. Вот, потому что в запасниках такое нужно иметь. Так, 10 штучек. И антиоксидантный комплекс я заказала. Получается 3 штучки. Так, артикул 156-99. Тут состав идет асаи, черника, антиоксиданты, кверцетин, рутин, витамин С, витамин Е, астаксантин. Очень, кстати, классный астаксантин, природный антиоксидант. И перец, который все увеличивает, то бишь биопирин. Далее, как вы помните, я заказывала очень много кетчупов. Одна штучка в наличии, скорее всего, все. Артикул 160-51. Очень жаль прощаться с правильным питанием из компании Faberlic, потому что они реально все делали замечательно и великолепно. Так, золотой VIP, скидка 70%, трусики мужу в размере 2XL, темно-серые трусы. Артикул 834-685. Их можно купить и так. Да, их можно купить и так. Я просто вот беру, если у меня все есть, мне ничего не хочется. Я просто вот взяла такие трусики. Скидки у меня никогда не сгорают. Новый каталог. Сейчас будет еще каталог Флоранж. Ну, слушайте, столько новинок. Новинки я уже все заказала. Ну, опять-таки, только которые доступны мне. Вот эти все кремы, все мне доступно. Шампуни тоже я заказала. Но, к сожалению, вот эта вот коллекция доступна, по-моему, только носки. Там очень маленький выбор для випов, хотя тут выбор прям огромнейший. Мне очень понравился и вот этот костюм я хочу, и такой костюм я хочу. Я обожаю спортивные, я хочу заказать все, но ничего из этого нету. И предыдущей коллекции до сих пор целиком нету, чтобы я могла ее заказать и вам показать. Поэтому ждем. К сожалению, пока только вот так, да, то есть вот этой коллекции предыдущей. Я вот очень хотела вот этот костюм целиком примерить, но у меня не получилось. Его примерить вообще нету, просто нету. Хотела примерить платье цвет дымчато-голубой и так далее, тоже очень хотелось, да, летом у них гулять, мне кажется, было бы здорово. Тоже ничего нет, ничего из этого не взяла. Ну, вот это платье на мне вы похвалили. Мне оно, кстати, тоже понравилось. Поэтому новинок много. И все вот эти вот новиночки, конечно же, я взяла. Обязательно взяла. Серьезный уход легко. Эффективный уход за кожей может быть легким, если речь идет о мискине. Она превратит серьезный ежедневный уход в удовольствие для тебя и твоей кожи. Тут идет в составе гиалуроновая кислота. И очень большой состав, и пептидный комплекс, и церамиды, и активная молекулярная центелла азиатской с омолаживающим, восстанавливающим свойствами идет. Богатый состав, очень классный, хочется его, конечно же, попробовать. Даже бифидобактерии есть, церамиды, в общем, будем пробовать. Некоторые слова даже не знаю, впервые в жизни услышала. Так, 70% скидочка, 2 штучки Доброген по ВИПу. Это за ВИП-1, это за ВИП-18. Артикул 157-29, буду пить. Дальше, значит, что у нас с вами идет, это джемпер Ланслив. Вот он упал как раз-таки в автозаказ, размер XL. Как вы видите, он мне мал. Я спрошу дочки, если она не будет его себе брать, я его не буду распечатывать, верну на заказ. В прошлом ролике я его вам показывала, примеряла. Он мне очень сильно в обтяжку, даже просвечивает полностью целиком бюстгальтер. Поэтому, конечно же, зачем хороший товар раскрывать, примерять, если я заведомо знаю, что он мне не, ну, никак. Да? То есть вот тут можете его посмотреть, можно сделать вырезку, да, с прошлого видео и вставить сюда, да, чем мы и займемся. Дальше, значит, футболка оверсайз с принтом. Я заказала размер М. Вот, ее я примерю, посмотрю, как она на мне будет обязательно. В артикуле 826-750.
Так, далее футболку оверсайз с прицелом, черная, размер XL, так как дочка у моего мужа забрала, вот тут муж сейчас перед вами покрутится в этой футболке, она ему понравилась, но, к сожалению, дочка забрала старшая эту футболку оверсайз, она очень мелкая, она ниже меня ростом, она меня худее, и она на ней вообще чуть ли не как платье. Да почему чуть? Как платье, вот. Но она ее себе забрала и сказала, оверсайз, это мое все, это моя любовь, поэтому вот я себе мужу еще раз заказала футболку XL. Вот он тут, смотрите, да. Так, далее футболка M, тоже с логотипом вдохновляю, но лучше только зелененькая. Вот, посмотрим сейчас, да, как она на мне будет смотреться. Так, дальше вот такая вот футболочка. Усадка по длине после стирки 3 сантиметра. Ну как, даже интересно, да? Футболка поло, называется джемпер поло, но это футболка с коротким рукавом. Артикул 826-548 в размере XL. Тоже, ну такая, да, неплохая модель, прикольная. Пишите, пожалуйста, как оно на мне смотрится. Обязательно пишите, мне интересно. Это впервые я такую модель на себя примеряю. Так, далее вторая такая переполненная коробка. Понятно, что из одной я сделала две. И каталог Флоранж весна-лето 2023. Скидки до 60%. Тут я посмотрела, нету особо каких-то новых моделей. Что, в принципе, даже немножко расстроилась, потому что я думала, что будут какие-то новенькие модели, еще что-то. Нет, к сожалению, их нету. Но есть стоящие классные модельки, которых когда-то не было в наличии, я их хотела заказать, но у меня не получилось из-за того, что их не дали, а потом я себе очень много бюстгальтеров оставила и забыла, что эти есть в наличии, поэтому с превеликим удовольствием посмотрю, да, с превеликим удовольствием посмотрю и еще раз, может, кому-то отдам, подарю. Вот, вложили его, его всем вкладывают, от него можно отказаться. Так, у меня тут, посмотрите, целая куча мала, тут несколько заказов. Далее, значит, мне пришла такая вот тарелка, коллекция Lovely Moments. За продажу Lovely Moments 50 рублей перечисляется приют для собачек. Вдруг из приюта. Я заказала это дело на подарок. То есть это кое-кому. Да, очень хорошие такие добротные тарелочки. Вот этот рисунок вообще даже в посудомойке не смывается. Он очень крутой, он очень классный и прям всем рекомендую. Точно, как у меня папка любит говорить, мордом в грязь не попадете. Приходит в хорошенькой коробочке, дарить одно удовольствие. Причем и размер у него хороший, 25 сантиметров, и материал чистый фарфор. В общем, крутой подарок на день рождения, на просто какую-то дату, в дополнение к чему-либо и так далее. Так, дальше с артикулом 910-379 еще один салатник коллекции Lovely Moments. Диаметр 14 сантиметров, высота 6 сантиметров. Материал у него также идет фарфор. Смотрите, как он упакован в пупырке. И вот он такой клевый, классный, суперский. И тоже не смываемый даже в посудомойке. Следующая красота – это кружка коллекции Lovely Moments. До чего она устойчивая, до чего она удобная, это просто супер. Артикул 910-378, объем 300 мл, высота 6,5 см. Материал у нее тоже идет фарфор. Такая вот она супер, просто супер. Поэтому я заказала. Что мне вообще напомнило про то, что я могу такие вещи классные дарить, это программа, конечно же, Faberlic Drive. Там было задание, и я с превеликим удовольствием заказала. Думаю, боже мой, какой же это классный подарок, и причем это еще и добрый подарок. Так, поедем с вами дальше. Куинзин Q10 очень хорошо помогает не только продолжительностью, сроку жизни клеток, а мы все с вами состоим из клетки, мозг, сердце, наша кожа, еще и для сосудов очень хорошо. Поэтому мы начинаем пить Куинзин Q10 всем нашим дружным семействам. Артикул 157-00. До этого у нас заканчивался старый Куинзин, поэтому мы долго-долго не заказывали вот этот. Наша Викуська, 9-леточка, уже начала пить. Вот такой вот чек. Так, салатник. А вот Куинзин Q10, кстати, стоит не 1800, а 1333 рубля. Он подешевле, чем остальные. Вот он у меня есть в заказе. Я взяла 10 штучек. Да, 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 10 штучек. Далее такой вот крутой плед. Это тоже коллекция «Верные друзья». Тоже 50 рублей будет перечислено.
Плед вообще класснючий, очень мягкий, такой хорошенький. Я его разворачивать не буду, иначе его не заверну. Он не мне, к сожалению. Артикул 910-408. Размер у него 130 на 180. Материал Aerosoft. 100% полиэстер написано. Очень красивый подарок. Я уже вам разворачивала, показывала. Он, конечно, небольшой, он маленький. Но, 180 сантиметров не такой уж и маленький. Односпальный, можно так выразиться, да? Односпалочка. Так, далее пакетики у нас пришли. Так, тут, что же у нас тут? Юго-запад. Угу. Смотрите даже, да, как оно приходит. Это 100% какой-то, наверное, автозаказ. Сейчас будем смотреть. Ага, это тут футболки, кофты. Так, вот он чек. Платье с отложенным воротником, цвет хаки, размер XL. Стоимостью 2300 и футболку оверсайз с принцом хаки, размер XL. Ну, я не знаю, если Катюша себе возьмет, то возьмет. Если муж, то муж возьмет себе. Цвет такой, унисекс. Платье просто шикарнейшего цвета, размер XL, артикул 826-518, состав 98 хлопок, 2% спандекс, просто шикарный состав, классный. И следующее, это у нас с вами идет футболка, оверсайз, артикул 826-740, размер XL, 92 хлопок, 8% эластан. Далее идет тот же самый лонгслив, только в размере 2XL. Получается, я взяла в черном размере. Мне кажется, что он будет очень хорошо смотреться с пиджаком, еще с чем-то. 826-675 в размере XL, цвет черный. 2XL, да? Вы помните, что 1XL мне мало. Он сильно в обтяжку. Состав, конечно же, идентичный предыдущему. Так, это у нас футболка оверсайз, размер L. С черной надписью «Вдохновляю на лучшее». Ее еще на моем канале не было, поэтому это эксклюзив на моем канале. Дальше футболка оверсайз с принтом, размер L. Тоже «Вдохновляю на лучшее». Вот, сейчас буду смотреть, примерять, посмотрим. 92 хлопок, 8 эластан, в размере L, артикул 826-751. Так, что же тут у нас еще осталось? Осталось тут у нас совсем чуть-чуть. Была распродажа. Я испугалась, что Антохин шампунь вдруг уберут. Я ему взяла 3 штучки. Его любимый зеленый чай, контрольно с жирностью, спиритионом, цинка. Потом посмотрела, это бальзам, а не шампунь. В общем, ошиблась, схватила не то. Ну, бальзам я, в принципе, сама израсходую, он бальзамами не пользуется. Артикул 13.04. У меня как-то раз была уже такая ошибка, и я все равно ее допустила еще раз. Невнимательно посмотрев, что это бальзам, посмотрев просто на этикетку. Они реально очень похожи. Поэтому, ничего страшного, израсходую. Бальзамы... Волос у меня много, бальзамы мне нужны. Далее еще взяла по распродаже 3 таких вот бальзама. Это моей Катюшке. У нее не крашеные, натуральные, очень длинные волосы. Красивые такие, блестящие, рыженькие. С артикулом 12.61, 150 мл, питание и укрепление. Они идут для всех типов волос. Их 3 штучки. У них натуральный такой аромат. Репейник и крапива, да, вот какой-то такой приятный очень натуральный аромат трав. Катюша их очень любит, поэтому, вот ей. Вот без распродажи не взяла бы. Не потому что цена меня там не устраивает или еще что-то, а именно потому, что все время вылетает из головы, что Катюшке нужны вот эти вот маски. Она все бьет мои, пользуется моими. Так, тут еще один чек на 5000, да. Вот маска была 133 рубля всего лишь. Бальзам 118 рублей. Что-то 300 рублей, господи, измажу, израсходую на голову. Далее, концентрат коллагенового напитка 690 рублей. Это по ВИПу. Такая дешевая цена, 690 рублей. Поэтому вот в этом заказе компания Faberlic мне подарила более 2000 рублей. Кетчуп 110. Влажные салфетки 73 рубля. Вот они были по акции. Как вы видите, я тоже заказала немножечко. Так, какой же у них артикул? 26.07. У них очень приятный аромат. И я их использую не только как... пакетик рублевый, получается двухрублевый, вернее. Так, далее, что же я еще заказала? Это трусы боксеру мужу 270 рублей, ребята. Вот считайте, да, сколько они на сайте стоят и сколько их можно взять по акции золотой VIP. Кроссовки мужские черные, мы их вам уже показывали. В принципе, все. Тут кеды женские, это все мы уже вам показывали в самом-самом начале. Вот они цены, кому интересно. Вот этот столбик, это с моей 20% скидкой. На одежду скидка всегда 20%, не 26%. Даже у тех, кто делает 50 баллов, 100 баллов и так далее.
Вот, на весь основной ассортимент, конечно же, 26%. Далее, что же я взяла еще? Это тоже 70% скидкой лифтинг-маска с антивозрастным комплексом One Week Miracle. Она запускает режим молодости, моделирует овал лица и так далее. Я взяла, мне нравится, они у меня стоят в ванной, и я штучка за штучкой открываю, пользуюсь. Да, ее нужно делать 2-3 раза в неделю. Вот, артикул 0654. Вы ее наносите, ее смывать не нужно. То есть она идет как кремовая, очень удобная, с очень приятным ароматом. Прям обожаю ее за ее действенность. Из душа выходишь, полотенчиком замотался, и там же в ванной делаешь от лба до груди эту маску. Можно и на грудь заехать, между грудью. На все полностью декольте. У меня уходит где-то, может быть, 1/6 баночки. И потом излишки я там через полчасика после душа, так как мы все-таки живем, сейчас у нас не родители, никого с нами не живет, я могу так и в полотенчике полчасика погулять после душа. И через полчасика просто тоником протираю шею, зону декольте, там лоб, все протираю, убираю излишки, если они есть. Но обычно она целиком впитывается. Вот если 2 раза в неделю делать, она прям целиком впитывается. Если 3 раза в неделю делать, то чувствуется, что ну нет, слишком часто, да, то есть таким образом. Ну все, мои дорогие, с вами была Конова Аня, мой очередной заказ. Опять только одни нужности и полезности.